и нам об этом не сказал. Все, готов. ТБМ даю. Пять, четыре, три, два, один. Держался. Давай сразу. Сереж. Геру давай. Да не надо было Геру наркану, мы там битвы сможем нормально. Кимсик, сбиваешь. А, все, я вижу, где я, ага. Кимсик, выйди. Ты зебафан, Кимсик, выйди. Кимсик. Слишком близко стоял. Ты, Кимсик, на тебе дебаф. Выходи с ним. По сфере играем? Я забью. По сфере играем? Бой, слышишь. По сфере играем? Ну да, давай трейлер дашь на этом, на аркане. В режиме после... После воли сбиваешь. Сбиваем. Каста сбиваем. Угу. Кто сбил? Войд. Угу. Что? В режиме сбивай следующий. После Войда, после режима, Войд меня снова повесил. Кимсик после воды сбиваешь. Свет, посмотри, играем больше. Отойди от Верони, я ничего. Получай сейчас трубу фаула. Кас сбиваем? Кто сбил? Вы. После воды Кимсик сбиваешь. Посмотри, играем. Посмотри, сыграешь больше? Кимсик. Угу. После Кимсика я. После меня в Мэри. Отойди от Миру, это чей? Твою мать. На ком-то в миле этот висит. Хрипатый, лови. Это поезд. Все в центр стали. Все в центр стали ко мне. Быстрее. Проводник на ком-то. Ты 4 отдай. Ты 4 отдай. Уже есть 4. Хрипатый, это аркан. Хрипатый, это аркан. Фу, поезд, води его, ага. Пал, помогай здесь спорить. Ребят, встаньте в один кэм, пожалуйста. В один кэм в центр ставьте, встаньте. Давай, сердечники, медики покурим. А, Войд, фу, Войд, шоу, дисплей в трубе. Я это делаю. Красавчик. Ну, не парься, я подисплю. Хилю. Ну, хреново, что поздно. Будет. Прям вообще херово, что поздно вышел. Хотя, может, все сейчас будут зато готовы. Следим. Посмотрим. А на сколько дело меняет? На 33 поменяется. Главное просто стопать ДПС по команде и без команды не бейте. Я буду делать его анонсить. Нам нужно убить его прям по-любому сегодня, и там посмотрим. Можно будет сбегать на гнев, и тоже быстро все будет. Гнев впереди. Так, кстати, забыл. Перчатки. Кому нужны? Нормально, ты собрал.
Нашел, когда ролить шмот. Выхопало долго, говорят, заебись, да? Да, хорошо, как я скажу. Эй. Все, не надо, я заберу. Все хорошо. Ебать, да. Ты водишь за 5 километров. Там нормально. Скинулся так и хрипал. Да, он скинулся. Подожди, тоже через. Блять, пет умер, чмо вонючее, блять. Шо, вы чё ты не хилишь пет? Потому что иди нахуй. Вот почему. Смотри, так, какой, блять, неадекват. Замуть его. Тихо, сразу, тихо, блять. Дебил. Не надо мне эту хуйню здесь. Процент. А, Кипсинг, готовься. Напрылась. Напуливай, поехали. Там. Все нормально. Аккуратно, только уже. Все, ребят, давайте. Не тупим. Все, все, все делаем красиво, закрываем босса. Крикни на хп. Я крикну. Почему хп еще? Готовимся, сейчас будет хуже. Не ужайте. Стоп. Стоп, урон. Полностью стопнули урон. Руны закрыли все. Угу, все, отлично. Не бьем босса, не бьем босса, прохиливаем рейд, прохиливаем рейд. Шоу, чуть-чуть ты не хишься. Ага, все, поехали, босс. Так, я так понимаю, там тяжело будет сейчас прохиливать. Стоп, ДПС, стоп, стоп, ДПС. Так, Т4 отдай, или падай. Т4 отдай, прохилите. Ох, ебать, ну... Пиздец, блядь. Что такое, блядь? Это я не закрыл в центре, да? Да. В самом центре руна была. Да, это я не закрыл. Да я что-то на другие метки смотрел, проебался. Так, Кимсик, давай, короче, есть что-то... Ага, все, я понял. Ну, это мой косяк. И Войда, мой и Войда, блядь. Так, чисто у нас... Флакер. На ком ты был, СС? Оп, серьезненький, сейчас приду. Эльдер, блядь, не души, пожалуйста, а в чем проблема твоя? Ты как дед старый, блядь, что душишь? Кого я бью? Я стопну урон. Давайте, немножко отходите. Так. Так, а мы там на мостике весь трэш убили, хрипатый. Слышь? Кого убили? На мостике. Когда поднимались, там весь трэш убили или кого-то оставили? Да, всех. Всех? Один здесь только одного не контроль, я не знаю насчет этого. Я вверх поднимался. Я понял. Ну, просто его пробежим, да и все. Да что-то нихуя. Так, Эйдер не встал. Сейчас, подожди. Где он стоит там? Эйдер,
Полежи, сейчас я резну. Сейчас я его... Всем привет. Чули, привет, вставай, беги. А что, вы не прибежали? Нет, не вставай, лежи все. Сейчас резни. Я лежу. Пробегай быстрее. Похиль меня. Христос, стой, не хиль. Блять, а у тебя есть этот инвиз? А ну что он сейчас завелится? Кто завыйдет? Так, вставайте все вставайте, в пизду, блядь. Все вставайте и пойдем убивать его. Что надо убивать эту хуйню было изначально? Так вставать зачем? Вы тут... Вставай, блядь. Подожди, тут лок есть, чё вы гоните? Давай, а кто у вас есть? Вот есть лок. Вы там? Да. У вас там трое есть? Сейчас сумнем. Давай, сумнем. Это мне интересно вопрос про метки, они нахуя так стоят вообще квадратом? Нормально метки стоят. Для чего это? Ну чтобы люди проще было закрывать. Я просто знаю одну вещь, что вот на рунах их 6 штук. И оно бывает либо в стороне ромбика там 4, либо в стороне луны 4. Ну это метка примерно. Я же не ставлю конкретно то, что здесь там будет. Это чтобы людям проще было. То есть... я про то, что между вот этими колоннами, да, вот грубо говоря, центр, что ты выделил. Да. Ну, вью там босса, допустим. И вот в стороне ромбика бывает 4 появится на дорожке. Либо в стороне луны 4 появится. Ну и такое бывает, да. Но видишь, если метка стоит, здесь уже будет 3 человека и один мирит ближе на сапогах. Просто видите, блядь, здесь разговаривают. Если бы все как бы говорили, я просто не всегда могу увидеть вдалеке метку открытого. Если бы говорили, то было бы проще. Да не, я вообще за то, что надо сказать, ну, брать лишние, кроме луны и ромбика, и сказать вот 2 приста на луне, 2 лока на ромбике. Кимсик так, и Войд, допустим, бегут туда, где 4. Рыбка есть? И было бы 100 раз проще заплевать. Рыба есть у кого-то? Ладно, я сейчас летаю, куплю рыбу. 2 в метку нельзя, потому что получишь двойной урон. Да нет, мы вставай и вдвоем ничего особо. Ну это если ты прожимаешься чем-то. Да нет, мы не прожимались, ничего. Можно и то. Не знаю, мы нормально стояли. Что там эти убили, гнева или раны? Нет, еще не убили. Они, скорее всего, раны сегодня не убьют. Кушать. Вы типа за 2 дня, да? Или 3 ходите? Мы 2 дня ходим. Мы первый день вот так проходим, то есть. И боссов убиваем, но мы это быстрее сделаем. Сколько? 5 боссов? Да. А да, ребят, можете пить сапрота, если у кого есть сапрота, перепивайте сапрота. Что, есть у кого сапрот? Да, сейчас именно. Маленький есть у меня, алхимик? Да, пей маленький. Дай мне тоже. Ничего страшного. Не, у кого-то есть, у меня нет. Не, у меня только большие. Ну, давай, попробуй. Ну вот самое идеальное, если бы мы в 22:30. Чего? Да, ну... Не? Ой, гнев. Рокси, алло. Че, у тебя есть? Сейчас. Вот, просто глянь, сколько у меня там сапротов. Ну я понял, хорошо. Все, давайте, кушайте. Вы покушали, гоу. Шова, покушай. А то я все. Давайте, вообще даю на бафы. Так, просто баф вижу, крик подаю, ГБ импульс выпускаю.
5, я бахну. 4, лапку еще. 3, я бахну. 2, 1. Да, можешь сразу идти и выйдеть. Че за хуй, че за хуйня? Че, мне с руки уебал, что ли? Давайте, выйдите. Он и выйдет, вообще. Да, Войт, отдай пока мы этот быстрее, диван. Не успел? Успел? Аннигиляция. Вздыхайте. Хрипатый, умри. Сейчас локов резь. Все. Давай. Стой. Мы режим ближе подойди. Да ничего, дорезаем. Да нет, ну ладно. Давай резай. Ты чё агрос срываешь? Вроде особо не бил. Сразу не вырывайся, он в каз дает, я в метку встаю. Всё, давай, хорошо. Стоит каз, после каста прям вырывайся. Хорошо, я просто привык с донтом, то что мне похуй, я просто иду и бью, блядь. Ты чё, блядь, ты даже с донтом должен не врываться. Я всегда врывался, ничего не это. Рыбу можете сразу. ЛПшек побольше бы дал. Усиление сливай с полу, да и всё. Рыбу кушайте прям быстренько. Ребята, рыба стоит. Если у тебя был сильный вар, ты бы сорвал. Ну, исчезла она. Ну, только что исчезла. Да вроде бы все кушают сидят. Ребята, ну ладно, сейчас снова встану. Погнали. Щелкните, стойте. А, все, вот лапку даю. Все, хорошо, хрипат, я сейчас не буду рваться так. Да я сейчас не смогу камус. Уже. Так, Гудлик, СС, дай по себе. Да-да, по себе лучше, да. Джимбосс, СС дай тоже по себе. Все, сейчас убьем, погнали. Да, сейчас убьем. Огурцы возьми. Я сейчас релот пропишу. То я без макроса играю. Ну, тоже нужно без макроса. Давай, ДБМ даю. Хера ты релогаешь себе. 5, 4, 3, 2, 1. Все, давай, я не врубаюсь. Кимсик. Проводник играем. Кимсик, отойди маленечко, так. Кого добьешь там еще? Угу, все нормально. Войд, забивай. Войд. Хорошо, ебать. Сверки. Быстрее по сверке сыграем. Я чуть не заснул, блядь. Мироня, собеж. Сверка. После Мироня бой сбиваешь. Не спивать. После Войда я сбиваю. На ком-то в мире проводник. Не, на Эйлере. Так, по сверке сыграем. А вот сейчас на ком-то в мире. На ком-то в мире сейчас проводим. Я собью. Нет, сейчас не ты сбиваешь, сейчас сбиваешь, я. А, сверка сыграли? Сверка стоит. После меня Войт сбиваешь. Сука. Бля, Войт. Проводник и бан. Бей там с вирусом. Привези, я просто стою. Войт, у тебя есть бить еще, да? Сбивайся. Сбил, а? Войт сбил. У Кимсика хорошо. А, так, после Кимсика джимбосс.
после же босса Мироня. Спеть. Ты что? Вася, переводи потихонечку. Я сбиваю сейчас. Угу. Переводи. Лови. На пол. На пол быстрее. Припадай. Аркан. Аркан. Отлично. Отлично. Давай, давай, герой. Покрутили по аркану. Максимум ДПС давайте. А, подведи ближе его, звездочку, слышишь, хрипоты? Еще, еще, еще. Отлично, все, стоп. Так, прохитить рейд. Кому нужно бить еще. Стоп ДПС, стоп ДПС. Мири, закройте. Скорее. Кимсик успеешь, отлично. Прохитить рейд быстрее, босса не бейте. Угу. Поехали. Стоп ДПС, стоп ДПС. Руны закрыли. Ну давай, давай, давай. Блин, скин, типа, чё ты? Пиздец, нахуй. Эллер, Эллер, где закрыл? Ага. Блять. Эллер, ты, ну, тебе надо было закрывать, которая ближе к тебе была, а я бы эту закрыл. Чё, дешёво, есть диван? А диван, дайте. Вы не можете закрыть сферу? Диван есть? Где бежит диван, да. Давай, вставай. И джипсы, пожалуйста, поставьте потом. Да все нормально, мы сейчас в центре просто не смогли закрыть. А че вы в центре не закрывали? Да я и пуштырю. Ну или сейчас встал, который ближе ко мне, и я до того не успел добежать. Да я еще бегал по всем, смотрел, где закрыть можно. Ну, типа это, если мы будем... Ну, ты можешь, если то... встал вдвоем, можешь нажимать фейт, и ты не умрешь. Давай, я предложу одно решение, блядь. 6 рун, правильно? 6 метров. Войт, мы вот так можем убить спокойно. Да не, это все понятно, просто, ну... Хуй пойми, кто закрывает, кто-то закрывает, кто-то нет. Ну здесь трое стоят. Понятно. Там трое стоят. И в центре трое. Надо у локов? Джис есть? Так, полетели чиниться. Шкаф поставьте. Блять, у меня камня нету, сейчас их прокамен. Замонь сразу тех, кто улетел. Так, а мы на... сейчас руны не закрыли, или как? Ну, в центре мы не закрыли руны. Давайте я под боссом буду закрывать. Вы остальные вот просто распределитесь и все. Под боссом я буду закрывать. Ну давай, хорошо. Давай. Алло. Алло. Что, далеко пошли? Да, смотри, сейчас давай. Сумоньте. Че говоришь? Нормально, говорю, ебашите. Ну, ты еще видишь. Первый раз пошли с этим составом. Блять, я була, который за 5 часов нахуй 2 босса убил. Да там-то вообще все первый раз пошли, в принципе. Жимбус. Меня не хватает, да, я так понял. Все уже хватает. Ах ты сука. Нашли мы лука, еще одного взяли. Так, давайте я рыбу ставлю. Сейчас хорошо то, что администрация в РПЛПшнике договорились, и они не буянят. Да, это хорошо, и правда.
потому что под лагами играть это вообще же невозможно. Да. Все, давайте хочу даю. Будык, припады. Я готов. Пять, четыре, три, два, один. Лучше был этот, который снег. Будь хуйни, не говори, да. Прокси, давай демку. Я не могу сейчас. Сфера. Быстрее, сфера. Ребят, кимсик сбивай. Кимсик, кимсик, ага. И что? По сфере играем? Я собью. Так, после меня мэрэджи сбивает. Сфера. После мэрэджи сбиваю я. Мэрэджи сбивай. Сфера, ты рэмп. После меня Мирон не совет. Как Мирон не раньше получит? Я собью. Мирон сбиваешь, после. Следующий сбиваешь. Так, после Мирони Мэриджин собьет. А с вами сыграем больше? Сбивай Мирони, ага. Мэриджин сбиваешь после, потом припады. Скоро фаза будет. После припад твоя, по сфере играем. Быстрее сферу добиваем. Так, по боссу сыграй, по боссу. Готовься ловить. Poison, все в центр. Статы машину ставим.
На гнездо, конечно. Все готов, все потихонечку. 5%. 4. Че, давайте не затупим, красиво сделаем, убьем. Хлипа, ты готовься ловить. Кимся к нам, пугай, готовься. Каким сигналом пошел? О, герой. Давай на первые руны, там под бабом эту массаку. Давай. Стоп ДПС. Стоп ДПС. Закрываем. Я дальний. Фигни кубика и не студию. Ну-ну. Все, поехали, босс. Идешь, прокрився. Поехали, босс. Хрипаты на следующий, дай массаку. Ой-ой-ой, прокрився, рейс. Больно, больно, очень больно. Кажется, надо как-то хилл по-другому поставить. Кто ДПС? Ух ты, дай массаку. Дай эту, ты 4 хрипаты. А здесь только закроют. Блять, мы же закрыли все руны. Не закрыли, хрипата не успел. Не закрыли, он не в милизоне же. Вот, Войд, почему ты не встал туда? Я под боссом ловлю. Диван, там есть что-нибудь такое? В печеньке была метка. Так, стоп, давай сейчас сделаем фластрай, только мы еще, наверное... Пикнем в ДЦ Мэри Джейн на этого босса. Посмотрим. Ну, кстати, да, мы его и так быстро сносим, блядь. Один раз, блядь, побили 22%. Да, урон-то у нас в целом-то хватает. Надо разобраться с рунами. И пойдем спать, а потом в следующий раз убьем его уже. Слышь, нет? Что? Если под боссом прям падает руна, я ловлю ее. Остальные ловите вы. Я просто руну не увидел. Смотрите. Была руна. Я видел. Вот. Я же сказал, у нас 4 были. Не-не-не, проблема... Еще есть проблема в том, что... Это... Нам прохила не хватает. Я понял то, что как бы, да, проблема с... И с рунами, и с прохилом, но... Ну, если 3 хила будет, и руны не закроются, выживет рейд или нет? Нет, не выживет. Mm-hmm. Если руны не закрываются, не выживет рейд. Просто видишь еще, я смотрю на хпшки рейда, когда взрывается там пиздец. Ну, я в 3 хила убивал, там, заебись, фулл хп всегда. И прохиливаться они долго. Ну, руны, конечно, закрывали. Чё, может... Чё там, бить кого-то? Чё, может, просто всё-таки назначим... людей на руны и все. Или что? Или ты хочешь так, чтоб типа на кого бог пошлет, вот и закрывал. Так. Да там, я просто... там все спокойно закрывает. Я просто не убью. Не, просто оно закрывается, но сейчас в стороне ромби 4 было. Еще эти люди назначать, а они выпадут не в том порядке, и все, начнется путаница.
Ну так они либо 4 в ромбике, либо 4 в луне, и все, по-другому не бывает. Ну, может, в центре. Надо, чтобы перелом же кинуть, видишь, в чем дело. Надо, чтобы по два стояли изначально в ромбике и в луне. Так, господа, блять, вы около босса падаете. Вас поднимать потом неудобно. Тимси, ты не закрывай дальнюю, не надо туда бежать, я тут. Все, давай себе быстренько. Кушаем. Никто не будет по прозванию. Еще раз пробуй, я просто, блядь, устал сегодня маленько. Ну, днем еще. Сюда, все сюда, ёлка. Трепаты. Пять, четыре, три, два, один. Я. Смерть. А чё бес умирает? Буду после меня звать лучше. Каш. Сейчас ты, да? Я себе. Сбивай. Так, потом ты куда избываешь. Вернее, потом вот у меня. Вот потом смотришь. На пульку ловить. Ловить, пошли. Аркан, все отлично. Звезду, ближе подвези, его не видно, не хера. Еще. Все даю массакру.
пока не заканчивай. Достаньте до меня, то я далеко. На режиме был, ладно, канал хрень был, ничего страшного. Да это 4 крипа. 4, 4 у ромбика 4. Еще один. Ёбаный. У нас еще кимси купал. Это минус 2, это уже пиздец. Не, забейте, давай завтра перенесем. Ой, не на завтра, а это... Хилы не хилят. Так, Эллер, короче, сделаем так. Ты мне сейчас скажи, как вас лучше поставить хилов. Ну, это уже на следующий раз. Просто я, честно говоря, не понимаю, как вас лучше поставить. Эрдру, да, Эрдру пиздец. Ну, блин, по факту лучше хилов поставить в центр, чтобы они до всех достали. Ну да. Так мы и воевали сюда. Так вообще это один. Ну, у нас должен сегодня, в одном сегодня углу, должен был пойти Эрдру, но он, блядь, не пошел. Не, вот до этого мы убивали вообще вот с первого, со второго трая вообще, как бы кастеры. Да я дальние...